Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый и наша рубрика «Доктор Баня по-белому». Мы говорим все о бане и рассказываем не только о том, как влияет баня на человека, ну и что нужно делать в бане. И я сейчас вам расскажу тот вопрос, который был задан мне, казалось бы, мало относится к самой бане, но тем не менее. Человек говорит, у него в бане расплодились комары. В комнате отдыха, говорит, невозможно сидеть. Что делать? Говорит, реально, всегда люди привыкли применять специальные средства для распыления от комаров или там для подавления их всевозможными химическими средствами, которые там нагреваются, уничтожают комаров. Но человек тут же резонно говорит, я, говорит, в бане, получается, должен создавать какие-то неправильные, нехорошие микроклимат. И это как будет влиять на парение, на качество парения? В целом, человек прав. Нужно в бане все-таки стараться уходить от любой химии, которая, почему мы стараемся не обрабатывать стены серьезными препаратами, только масляными, там, не обрабатывать полки, желательно их просто счищать, зачищать, вымывать, и лучше дерево не обрабатывать. И многие-многие другие факторы, которые нужно учитывать, чтобы не навредить. Так вот, как быть с комарами? Я вам скажу, что я уже 20 лет пользуюсь, есть такие световые ловушки. Работают просто исключительно. Я вам сейчас одну из них даже покажу. Вот она, световая ловушка. Внутри находится лампа ультрафиолетовая. И находится вокруг лампы навита проволочка, по которой пропущен ток. Низковольтный, но с высоким напряжением. Значит, смотрите, вся задача в том, чтобы вы сами сюда не влезли, и создается вокруг такой пластмассовый кожух. Мошки, комары, даже там есть, понятно, вам это не видно, но есть там. Они туда влетели, и ток их поражает на вот этой сетке. Даже посмотрите, как это выглядит в работе. Видите? Горит лампа, привлекает комаров, работает она круглые сутки, энергии они почти не ест, и вполне реально уничтожает комаров. Я вполне доволен, у меня в каждой комнате стоит такая лампа. И мы никогда не применяем химию ни дома, ни в бане. Так что пользуйтесь. Желаю вам здоровья и хороших банных процедур. Всем доброго.